Караганде состоялось официальное открытие нового центра банковского обслуживания АО «Тенгрибанк», который расположен по адресу проспект Нуркена Абдирова, 19. В церемонии торжественного открытия приняли участие его превосходительство, чрезвычайный полномочный посол Индии в Республике Казахстан, господин Прабхат Кумар, председатель правления банка Денеш Кумар, Риза Мукеева, заместитель акима города, клиенты и партнеры банка. В новом центре банковского обслуживания созданы все удобства для физических и юридических лиц. Он оснащен самыми современными инновационными технологиями. Дизайн выполнен в традиционной стилистике банка, где основным акцентом является удобная зона ожидания и обслуживания клиентов. Для большего удобства посетителей в центре банковского обслуживания выделены отдельные зоны для обслуживания юридических и физических лиц. Также созданы удобные условия для обслуживания VIP-клиентов. У нас сегодня очень знаменательное событие, очень радостное для нас. Мы открываем новый офис. Ни для кого не секрет, что для банковской системы Казахстана сегодня не самое благоприятное время. Но несмотря на это, тем не менее, мы имеем возможность открывать вот такие удобные, современные, красивые офисы. И будем рады, у нас есть уверенность, что здесь нашим клиентам будет очень комфортно. За время работы Тенгрибанк зарекомендовал себя как банк, пользующийся большим доверием клиентов в различных регионах страны и предоставляющий широкий спектр банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. На сегодняшний день филиалы банка представлены в таких городах Казахстана, как Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актау, Кокшетау, Павлодар, Караганда и Каскелен. Один из главных партнеров банка – Панджаб Нэшнл Банк, который более 100 лет является одним из ведущих банков Индии, обслуживающий порядка 100 миллионов клиентов и являющийся сильнейшим среди банков по безопасности, надежности и банковскому делу. Из преимуществ достаточно значительных Тенгрибанка является то, что нашим основным акционером является крупнейший национальный индийский банк Панджаб Нэшнл Банк. Это крупнейший банк Индии. У него более 100 миллионов клиентов. Он партнер номер 2 в мире международной платежной системы MasterCard. Размер активов Панджаб Нэшнл Банка составляет 107 миллиардов долларов. И нам очень отрадно, это очень большая честь для нас, что именно этот банк является нашим основным акционером. Розничным и корпоративным клиентам будет предоставляться широкий спектр банковских услуг, таких как открытие счетов, операции по денежным переводам, инструменты торгового финансирования, кредитования, выдача банковских гарантий, конверсионные сделки, прием депозитов физических и юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание и иные операции в пределах предоставленной лицензии Национального банка Республики Казахстан.